Я, короче, блядь, она это стоит, метка появилась на ней, ну вот как назло, нахуй. Я говорю, бежим от нее, уже весь рейд кричит, бежим, отбегаем, нахуй. Все отбегают просто, блядь, прикинь. И она, короче, прикинь, и она бежит не в кружок, нахуй, она бежит на ступеньке, бежит за рейдом, блядь, и морозит весь рейд. Да, бежит за кем-то, Хорош. блядь, и от нее, и она за каким-то хантом Вообще. бежит, и во все от А как нее, ее блядь, а... зовут? Я не попал на Аж фэтчика, нахуй. на ше как-то, Не блядь. помню. На видео Не нет. знаю, шапкой Ну я какой-то. тут же кикаю ее с рейда, кикаю с рейда и все. Ауру забирать свою. Она мне в ПМ давай писать. Я же писала, блядь, мне похуй, говорю. То, что Костя при... Ой, этот, Томас пришел с Владиком. Хорошо, Василий. Ну, Клуберс ливнул. Лекс, конечно... Ну, сейчас про Клуберса расскажу. Лекс, конечно, посильнее, он одет лучше, и он играл в первом составе претендов, а Томас, он играл во втором. Ну, тоже, в принципе, одет, тоже не тупой. Вот. По поводу Клуберса. Он не пишет сообщения. Типа, Юльчик, когда я смогу, типа, встать в очередь на ШМ? Я говорю, Рамиль, ну я так рассмеялась искренне, я говорю, Рамиль, я говорю, давай начнем с того, что ты, говорю, даже у тебя и тактики не фул, мы вон тут, Костя собирал для него этого ЦЛК, десятку, обычку, чтобы просто личами убить. Ладно, сейчас отдохилю, скажу. У меня когда контрол зажат, не могу царь. Ой, хилить, царь. Вот. И, короче, естественно, мы не убили, мы убили Синдру, при том, что мы, короче, убили профа, убили... Ну, короче, всех, кроме Синдра Ли. Тут у нас РТ, мы уходим на РТ, и Костя уже потом сам с ним мучился, то есть я была на смене. Он говорит, я, типа, донесу рейд, типа, без тебя. Я говорю, ладно. В общем, они убили Синдру, Лича не убили. Я говорю, во-первых, тебе надо учить тактики. Начнем с этого. Приходить на каждое божье РТ, которое есть, неважно, кто релит, неважно, будешь ты там забирать шмот или нет. Я говорю, тебе нужно учиться. Во-вторых, говорю, шеймы будут собираться тут по приоритету. То есть, ну как, по не приоритету гильдии, а именно на перспективных игроков будет играть рейд. То есть понятно, что там в первую очередь будут такие, как там Войд, Лимон, кто там начинает. Ну, Шреддеру вообще не нужно смысл собирать. Потом Аджира, я бы собрала Шейн. Аджира, да, согласен, можно было бы ему замутить. Ладно, Мистералу можно. Я Мистерала, да, согласен, тоже мастеру нормально. Вот, но все равно он игрок активный, и видно, что за гильду прям болеет. Ну ладно, это отдельный разговор. Вот, я говорю, то есть ты тут ШМ соберешь, тем более с тем, что мы вообще не убиваем даже еще на фулл ЦЛК 25 гер. У нас один рейд ЦЛК обычка и... неполноценный ЦЛК 25 гер, вот. Я говорю, честно, Рамиль, не скоро. Он пишет, вот, типа, ну, может быть, я тогда... Может быть, говорит, я тогда это... Пойду в другую гильдию, типа, никто же не обидится. Я говорю, Рамиль, я говорю, ты, пожалуйста, напиши, скажи, ребят, спасибо. То есть, ребята забрали тебе Брин, то есть, тебя брали, там, неважно, там, пусть на первого босса. Я говорю, ну, то есть, Брин ты все-таки забрал. Я говорю, ты, пожалуйста, ребят... Да, он забрал, с Мидвеем мы ходили. Я говорю, ты, пожалуйста, поблагодари всех, извинись, я говорю, и с легкой душой ливай. То есть у нас на него обиды быть не должно. Он не был у нас как турбойс, там, в основном, статики, там, да, как Гурыч. То есть он, ну, от него ничего не зависело, просто пацану ненужный, по сути, никому топор отдали, все. Вот, то есть я не считаю, что гильда много потерял, ну да, он гладиатор, но смысл нам хвалиться гладиатором, если мы ПВЕ гильдия. Вот. Так-то да. И он написал, он говорит, ребятки, всем спасибо. Спасибо, по-моему, за пуху он написал, или что такое. Всех люблю, типа, я пошел. Все, ну, то есть он по-хорошему, по-хорошему ушел, и как бы никаких претензий. Потом мне пишет ВКонтакте, Юльчик, ты не обиделась, мол? Я говорю, да, конечно, нет, Рамиль, у тебя тут будущего нет. Я говорю, то есть тебе в любом случае надо уходить. Я говорю, если есть какой-то вариант, но я не уверена, что он в какой-то другой гильде соберет. Ну, кто человека без тактик будет брать в ЦЛК 25 опыт гер? То есть, более, ну, если он глад еще, и если тактик не знает. Вот, то есть, как-то вот так получилось. Но я на него вообще обиды не даю, пусть ушел, все. Надеюсь, у него все будет хорошо. А вот Саджира жалко, ребят, вот правда жалко. Игрок толковый, вот прям видно, что толковый. Конечно. У нас таких, из тех, кто не мы, кто не с циркуля пришел, единицы толковых. Вот Мося, вот, его да. Я могу нормально назвать. Ровно этот как его, Му вроде, да? А, ну да. Но опять да.
там они как раз все играют. И Томас, вот эти два вара, Лексус, выхлоп. То есть, я вот даже, ну, турбойс, ну, такое. Как хорошо одет. Ну, и не слакает, кстати, Кирюха. Расслабилась. Не надо было, у меня же ничего, не... мы не умерли бы. Просто когда я вижу хп, нажат, мы бы все равно не спас. Я же полезли ножа могу. Вала пацанов на БГ вытаскивала с 500 хп. Фу, за 2 секунды. Так что вот так вот. Я, конечно, добавила его в друзья к себе. Я его спрошу, почему он ушел. Вот, если никаких конфликтов не было, то можно попробовать сказать. Если когда-нибудь, возможно, ты там будешь бездомным, приходи. То есть, бездомным. То я конкретно, вот, субъективно буду рада. Ну, рада-то нет, конечно, но... Ну, в принципе, таким игрокам глупо не радоваться. Главное, чтобы они при всей своей играбельности были, блядь, никакой плетки. Опять-таки, вот он ворчал. Он ворчал. Ворчал на всех, блядь. То есть я тоже на всех ворчу. Вот всегда. Вот мы с ним в этом немножко похожи. Он всегда всем, сука, недоволен. Так он играет. Он приходит на РТ вовремя. Он не косячит. Он дает свой ДПС даже выше, чем на свой шмот. Он молодец. Но при этом, да, он так пиздет лишнего, конечно, где-то. Чё за мимо? Чё мимо? Блядь, вы бы знали, какой кайф Мишка РБК замчит. Вообще уже ничего не чувствую. Я у него уже не в кайф, ничего, это просто как будто автоматик кнопки, знаешь? Ты знаешь, как сказала, как Барбосса в этих пиратах Карибского моря? Я не чувствую ни тепла женского тела. Блять, как хорошо редко врываться, ебать. Вообще красота. Пошел, ебанул лужу, нахуй. Это все на тебе. Ты написала, что релогница, вы зачем добираетесь? Дайте пати. Кого лидер? А, вот, у тебя лидер, да, или спать. Так, теперь расскажите мне, меня тут два дня не было. А, Славик, кстати, прости, пожалуйста, я не знаю, кое-что сказала, не сказала, мне рубанули интернет и дали только на следующий день. Мы без телевизора, у нас же это от интернета, ну, то есть Ростелеком. И YouTube у нас, ну, как бы у нас встроенный YouTube на телеке, тоже, блядь, нихуя не посмотреть. Мы, в общем, вообще зависим очень сильно от интернета. И, естественно, компьютер. В общем, не только на телефонах был интернет. Я, короче, не смогла пойти никуда. И расскажите мне, что вы вообще убили за эти дни? В календаре просто не... Мы все убили. Ну, вы вчера куда сходили? Ну вот давай, смотри. Вчера мы сходили... ИВК, 4 босса, как обычно. Потом Грулмагик, Гер убили. Мы это все убили. ИВК за 40 минут, этот Грулмагик за час, там, до ПТРЛ. И потом мы Синдрулищ убили по КД, ну, вот со второго дня. ЦЛК пришли. С нуля, да? Угу. Получается. Угу. Нет, Синдрулищ. Нет, не вчера, а позавчера-то. Да. Все ясненько. Значит, я могу с вами КД вешать. Все. Не иду я себе целка.
плохо, я за эти два дня получил, мне надо вылазить. Приоритет. Принцесса этой. Хочу посмотреть на там. Меня парировать не надо. Уздыхан, ничего себе. Это на кого? Дробящая одноручная. Не знаю. Так, а так выглядит по-дурацки. Там. Сегодня у нас какие-то рейды есть или нет? Нет. Свободный день. Жаль, что все это было. Не хочет. Ну куи какие-то, может, что-то такое. Синдралич, там нужны серьезные люди, 10 лет. Нет, я не хочу мучиться даже. Если бы еще с нуля, я понимаю, там токены пофармить. О! Понятно. Трудолик на базу. Хоть бы эти наручи какие упали, мне смотри, 200 это было. Ну, кто тоже выиграл. Сердолик. Есть мой сердолик. Давай это регаем дальше, блядь. Нихуя, все спылесосил. Осколки, блядь, вулканическая плечи, осколок грейвский. Рег... А, я же рев, ёбан. Да. Я регну. Так, как регнуть? Ну-ка. Бурник. Ты регну сейчас как, лечу. Ну, как минимум у одного участника группы еще не окончилось время восстановления. Это... предыдущего случайного подземелья. Предполагаю, что это Алис, потому что мы никуда не ходили. Как так-то, Иван, брат? Сколько когда? Ну, 5 минут обычно. Что, Лыся, я теперь банкир, рыбак. Да ладно, слава богу. Прикинь, зандалар теперь. Ты правильно, давно пора было. Правда, с моей подачи, так что ты старых друзей не забывай. Слушай, мы тут вообще, все честно, руку приложили. Вот если мы... Ну, вообще идея была моя, на самом деле. Да. И знаете почему? Я объясню. То есть вот пока мы наедине, вот я, ребят, честно, я Медвею вообще не верю.
Мы столько буешек фармили за все это время, ничего не увидели. Фласки за 35 голд, по две штучки на рыло в 25-ки и какие-то там жалкие фласки на этот. Я не то чтобы его в чем-то обвиняю, нет, я как бы не такой человек. Но вообще лучше на должность банкира таких людей брать, которые, которым верят вот прям все. Не то, что Войт там мой человек, и я очень рада. Нет, дело не в этом. Я же вижу, что он по жизни просто своей справедливый. Поэтому пусть так лучше, чем Мидвей. Я тебе слышу, надо нам гильдбанк вообще просто в порядок привести, потому что помимо того, что ты будешь... Нет, помимо того, что ты будешь фласки, вот эти рыбку и прочее-прочее делать, припоты эти или как они там, надо просто повыкидать оттуда процентов 80. Да. Ребят, не отойти на одну минутку, не агри. Сейчас я приду. А я не протонулся, а что такое? О, протонулся. Не агри. Знаешь, что вот лимон я... А, ну сейчас она придет, потом скажу. Что я хотел. А что мы тут втроем, блядь, где остальные? Да, грустно. Ну, Алису, в принципе, не надо. А что она не верит? Не верит, что бабки что куда-то не туда уходят? Так, ну, может быть. Знает. Ну, Юля, видать, не это самое, не верит этому Тёме. Ну, часть бабок уходит. Ну, я, знаешь, я так скажу, я хоть и это самое зам, но это не значит, что я прям все буду знать, что он там как делает с ГБ. Я единственное, что я, ну, я сейчас повторю, приедет, если сейчас она придет. Единственное, что я буду делать, это отчетность. Я буду делать в блокнот себе записывать. Ну, на компе создам блокнот. И буду туда записывать, сколько чего я раздал за КД. Вот будет у меня за каждое КД написано. Тут висит. Это да. Слышала, что я сказал? Нет, я только пришла. Меня выкинуло из инста, не умрите. Вот. Я, ну что, сейчас про блокнот расскажешь, я отходила. Видишь, она... Ну ладно, давай расскажи. Ты не машешь руками, смотри, что делается. Ты видишь это? Подвигайся туда-сюда. А я? Майкл Джексон, лунная походка. Мы просто пчелы. Ты да, стоит как это, как серфит, короче, на скейте. Да, смотри, в руках такой свет. Кем вы ржете, надо мной? Да. Да, подвигайся. Смотри, персонаж твой ездит, блядь. Я что говорил, Луиса? Я то, что я, если я и зам, но это не значит, что я прям все буду знать там. Что куда девается. Я, ну, за Тёмой же не буду стрелять. Что все куда девается? Хуяри, Алису, ебошу. Буешки, я имею в виду. Нахуй. Ну, я-то сейчас же не о буешках говорил. Нас, видишь, вообще, я не знаю, но вы скрины точно не видели нашего гильдбанка. Мы очень серьезно им занимались. Короче, у нас каждая ячейка, как обычно в любой гильдии, была отдана под определенные, скажем так, ресурсы, да? То есть одна ячейка... Ну, потом уже, когда мы разбогатели, у нас уже не было места для кристаллов, пропасти, всяких осколков грез. То есть у нас там лежали маунты и прочее, хотя гильда была очень маленькая. То есть мы могли себе позволить там иметь 10 маунтов, куда этих призрачных тиров. Сейчас, секунду. Алиса убила, у нее пукан вспыхнул тут же. Так, после этого РПК пойду Димона кормить. Ну и вот, чтобы у нас, допустим, там, если здесь мы не такие богатые, то, возможно, там одну ячейку... Ну ладно, начать с того, что нам надо одну ячейку под фласки, одну под припоты, под жратву. Но это так, я из личного опыта. Плюс можно какие-то там, я не знаю, там регины, энчанты и так далее, кому-то зачариться, еще что-то. Пусть там обычная, как обычно, последняя ячейка отдана под там буешки, какие-то камни и прочее. Но у нас их нет, это все надо собирать с нуля. Это надо, чтобы кто-то, конечно, помогал. Потому что приличный банк сделать один ты не сможешь.
Ну да, возможно, у нас там будет... Но опять-таки, вот, ведь если браться, вот, допустим, если бы я бы взялась, я бы сделала все, я бы ходила там попрошайничала у всех и так далее. Надо 98 слотов в каждой ячейке в гильдейской. Я почему знаю? Потому что тут прямо я болела, Гурыч обижался даже на меня за это. Чтобы прямо 99 слотов было забито фластом. Вот на рейд взяли, пошли опять там пополнили день-два. Вот обязательно. То же самое, 98 слотов занято приход. Можно пополам даже делать. Приход, да, очень важно, особенно для гер. Воды действий и быстроты и так далее. Ты один, конечно, все это сделать не сможешь, это понятно. То есть надо, чтобы кто-то помогал. Травка какая-то, еще что-то. Все это не со временем, не сразу. Потому что вот этот доктор, который лежит сейчас у нас в ГБ, его даже продавать смысла нет, его просто выкинуть. Кто туда что складывал, кто вообще этим занимался. Неужели ни одной бабы в гильдии не нашлось за это время, пока нас не было, чтобы она просто взяла в руки? Да ёбаный это было. Аккуратненько, да, это там снял за циклом? Да. Я что сказать-то? Блокнотик, давай. Лимону сказал. Да, про блокнотик. Бля, лимон. Да. То, что... Я буду вести вот этот отчет, сколько чего я выдал. И за КД будет, ну, могу предоставлять информацию. Ну, чтобы... что такого-то надо? Не, ну, давай. Чтобы... себя веди. Не, я для себя... я вытяну кого-нибудь. Вытяну кого-нибудь. На уешный лимон. Я знаю, я отошел, я отвел. Блять, спасибо. Какое изложение. Заебись, да. Ой, все помнили. Там жив. Добейте уже его там, еще не знал. 5%. Что, так сильно ебошит, что ли, не захиливается? Нет, это я просто слакаю. Нет, а тут из более... я видела, из более слабыми убивали. Я 205-м этом левелом тут убивал, блядь, да. По товару. Из обеих стрим, блядь. Тут видос, конечно, шикарный, я тебе говорю, это самое. Я как-то хотел сериал озвучивать, что-то... Написал там в одну группу, говорю, дайте попробовать туда-сюда, купил себе микрофон какой-то, ну, поозвучивал туда-сюда. Одну, там, вторую, там, да. Ну, разные жанры, короче. И понял, что что-то не мое, ну, неинтересно. То есть, только озвучил человек с голосом, которого в первую очередь слушаешь, о, нихуя себе перевод, давай-ка послушаем. Вот. То есть, есть вот, знаешь, вот, на чей голос прям обращает внимание, да. Пизда вам, нахуй. Два тотема в рейде. Бейте тотемы, нахуй, ёбаные бомжи. Это как-то у нас РБК обычно все плохо. А кто сдох? Ну зачем сдох? Он тебя резко, да? Ладно. Ой, резко, в смысле. Чем вот направо, кто-то справа ехал? Я к чему говорю, что это для лимона? Хила нет, не дрочись там. Подохни же. Я к чему говорю про блокнот, что чтобы было видно, что как бы результат какой-то. Ну, чтобы и самому отслеживать тоже все-таки. Чтобы фласки были по факту. Вот, потом можно будет для интереса, если кому интересно будет, подсчитать, какое количество голды, ну эквивалент голды, уходит на рейдовую неделю на рейде. Потом можно будет сообразить, сколько боешек типа остается лично, сколько чего-то. Чтобы на самоокупаемость выходить. Да. Это первое. А то, что здесь самоокупаемость, что там бои, я тебе могу сказать, что раза в три. Ну, просите.
заебись, Алису залил. Ауешкой, блядь, тупо ворвался с крылом. Надо целую кан найти 25-ку. А половину. Сегодня будет. Привет, сегодня. 25. Я мишкой пойду. Ну кто-то будет собирать. Ну пуги. Надо. Фир, сука. Отрекай. Блять, а? Фир покрыли. Фир открыли, блять, использовала. Варом скинул. Петушня прилетела. Едик все пишет. Мама, Эдик клюнул с гильдии. Угу. Блять, 5 минут назад звал меня в ЦК 10 гер. Может, я в каст получила? Угу. Да, он хам пишет, просто мы не траем ни синдру, ни лича в 10 гер 25. Ну пускай в пизду ведут, рано еще надо. Рано, конечно. Нервы. Понятно, блядь, хам тут, да. Это самое, шея не там ханту. Нужна синдры, блядь. Не ханту, и вообще нам в целом рано. Нужен шмот. Чтобы нам мы там не сели. Да руки, руки, ладно, ну хорошо, наберем мы, допустим, там 7 человек. Из 8 с тактикой, допустим. Все равно шмот нужен, чтобы легче тебе отбивалось, чтобы остальные трое без тактики комфортно себя чувствовали. Чтобы от них ничего не зависело. Не дрочиться сидеть и ни на кого не грешить. Ну, ушел, ушел. Че похуй, я обычно завтра. Не время. Тоже его не видел время. Да не, ходил, ну так, я бы не сказал, что... Суперактивный.
Блять, печати эти опять сможет наменять. Приходите на это. Текапельки, блядь, пока свинка в овце. Просто... А Гурыча на... Это... Овца к нему. А Гурыча заебись. Гоним его сейчас. Сердолик. Нихуя ешь. Опять латы. О, вот топор, смотри, какой выводит. Охуеть. Ну, ничего. Три слота, блин. С таким бегал когда-то. Подождите, ребята, я же сказала, я сейчас Димке бутеров хоть сделаю. А, давай. Вынос, типа, портанемся и это... И я отойду. Ну, блин, рек... Напишите в этот, кто он. Чё, ты отменила? Угу. Ну, тогда так постоим. Хорошо, сейчас я быстро. Так, я отойду на 2 минуты покурить. Пока там Юля бутер свои режет. Иду покурю на 2 минуты, пока селфкаш там. Вес пойду в дамп. Это не отвага. Уяк 56 кристалл. А сколько плюсов надо на третью карту? 4. Ну вот у меня, смотри, у меня 4 плюс плюс плюс. Это мне еще один плюс нужно будет делать. У меня 3 плюса, да? Ага, это дохуя времени. Ты видишь, как ты меня обогнал уже? Считай на 64 плюс на 70 кристаллов, короче. Ну потому что каждый день задротишь, заходишь, покупаешь, а я, блядь. Ну я один, но беру каждый день. Ну а я не беру, потому что у меня иногда денег нет. Налоги я забил брать. Магу можно, в принципе. Я в следующий РБК могу магом пойти. А сейчас третья ката ничего не решает. Она, по-моему, в РС ну, нужна. Она только для, да, для РСГ. Ну, поскольку у нас состава нет, поэтому, блядь, она особо не решает. Нам лучше ЦЛК 25 кир закрыть. Там ну, уже можно да. И раз. Очередная. Так, у кого лидер? Лидер у тебя, я тогда на магах. Так, Сердолики тут. Магу там чуть-чуть, по-моему, 5 или 6. 5 или 4 кристалла осталось, еще посмотрим. Но у меня такой уже заряженный маг. Он, блядь, сука, он с холода, блядь, покинуть тело уже может. Ну а чё, топовый скилл, если ДК нет в пате, то
У меня талант вкачан от этой пытки. Если цель это самое скованно или замедленно, по ним проходит больше урона. То есть дуешь по ним, соответственно, у танка уже по ним больше оградов проходит. Потом сковываешь их. Не знаю, ну, что перед нравится. Этим можно задотать, блядь. Задотываешь, блядь, потом на где-то там секунд прошло. Тика. Ага. Вот. Надо добрать кого-то. Ты сковываешь и сжёшься нахуй. Если ДК нет со зновом, очень хорошо работает. Поебень. Кулкитки. 7 кристаллов. Не хочу пугаря, но давайте тут раскидываем. Да какие пугари, ты о чем, да? Возьмешь пугаря, это сердоль, бля, улетит, как обычно. Я под сердоль и так не вижу никогда. Зато у тебя брюлей 5 штук. Тоже прибедняет. 4 вроде на паладине, 5-й-то на локе. Ну я в сумме. Mm-hmm. Вообще 0. Правильно сказал, самым сильным брюле не нужны, блядь. Войдован тоже брюлик есть один, блядь, хранит ФБ его. Не знаю, я вот хочу убить лича 25 гер и 10 гер без брюлей. То есть, ну, хочу в принципе понять, возможно ли это. Я уверен, что возможно. Вот, а брюлей это, наверное, просто чтобы выше головы прыгать. Если сильный челик одевает брюлик, то он становится не просто сильным, он становится богом, блядь. Как ты сказал, этот вот у нас тут лимон, блядь, бессмертный танк. Бессмертный танк. Я все-таки это самое, ну, вспомнил ту РС-ку, когда народу дух, они забежали. Я им говорю, крутитесь, блядь. А они не понимают, что, блядь, крутиться, это значит от лезвия уходить, а не под морду дракона забегать. Начали, короче, бежать еще до того, как лезвие начало двигаться. Так что нехуй просто под морду ходить драконы. Да, Алиса у нее вообще с ориентацией напутана в пространстве. Слушай, я как бы не хочу ничего там сказать, но женщин в принципе, в большинстве своем женщины, они очень плохо умеют... быстро реагировать. Нет. Пространственная ориентация, то есть, допустим, с парковкой сложности, да? То есть многим женщинам очень трудно в голове выстроить 3D-карту происходящего. То есть... как, допустим, вот в случае с машиной, как твоя машина находится относительно других объектов. Называется это пространственное ориентирование, вот, или, ну, так скажем, виртуальное моделирование. То есть, а женщины многие, они, когда едут, они машину, вот видят, у нас как дороги сделаны, у нас сделаны дороги на север, правильно? Правильно. Ну, вот, а некоторые женщины берут и карту переворачивают вверх ногами, потому что они не могут в голове перевернуть машину и думать так, как будто они едут, ну, в другую сторону, понял? То есть ты едешь на юг, скажем, вниз, да, соответственно, берешь карту, и ты видишь эту дорогу, по которой ты едешь вниз. Женщина ее переворачивает, чтобы сориентироваться по карте и по движению. Вот, да, они не умеют многие в голове этого делать, виртуально переворачивать и, соответственно, менять лево-справа, право-справа. Вот, поэтому, как бы, это над этим можно угорать, но, в принципе, это объясняется разницей в... ну, в образе мышления, а не какие-то там психологические недостатки. Так что то, что Алиса там хуёво как себя чувствует, я, в принципе, могу это понять. Она неплохо там? Значит, неплохо, видишь, но тупит в РС. Хотя она не за тупок. Тупит, просто девочек танков я за все годы видела, сколько лет я играю, а играю я немало. Одна... баба танк была, которая могла спокойно составить конкуренцию парням. Это Наташа Джанет. Все. Так я тоже видел парочку танков. Супочка в глобалах была. Это один из лучших ДК, который я видел. Вот. У меня Маша ледоход была от танка. Тоже достаточно неплохо. Танечка на церкви. Девочка МТ 8 месяцев на ДК в гильдии. Убили лича.
Поэтому Алиса танчит так, как она в принципе должна танчить. Неплохо. Это уж надо прям... Просто я помню, как у нас Наташа все это за каждый класс абсолютно. Она все, я так понимаю, она просто там сутками читала про это, про все. Все какие-то вопросы такие задавала, которых даже баба-то и не додумает. Обычная баба, серьезно. Поэтому, конечно, она была главным танком гильдии «Кнут и пряник» последние 2 года. Причем за всех. Паладин, ДК. 2 ДК, 2 паладина. Это откуда Тейл? Кто это? Гильдия? Да, нет. Подозреваю, что нет. Давайте вам мобов убиваем. Можно вниз прыгнуть, да? Здесь нет. А где можно прыгнуть? Там. Почти перед востом, чтобы 2 мобов не бить. А, ну да. Блин, Гурский убивает мобов, у меня не успевает бомба до них взорваться. Угу. Пет остается 3 секунды и умирает. Никаких проков нет. Еще корова прокнула. Титакт. Косноязычие на тебя вешают, да? Ну, сразу вешается, Ханна. На меня это не так. Ой, да порчу. Ставим. Слышали, кто тут, бля, бегает? Билла хотел пиздюлей дать. Я ему сам дала, но он все равно стреляет. Какой-то, блядь, викинг. Блять, сало ебучее, а? Угу. И падает немного. Черт, что же. Выручу Петерис. Погодка. Трой, стром. Телеты на. Если приведу тебе на башню. Походу, он, видишь, говорит, Петта замочился. Помри. Потом. Же этот моб сдохнет, нет. Сдох. Нет, вот Петр бегает или вызвал. Сам так, что я захилил. Это по 7к еще с ним.
Серьезно? Ты меня это ударил. Я не понял, почему мимо ехать, если у меня 18%. А, тут бомбочки, я думаю, что я взрываю. Полоставит. Там. Там нахуй. Там нахуй, еще раз. Рядом с ней прям взорвалась. Нет, у меня вот, видишь, моб стоит. Чернокнижник, клан отравили. Мне дали сало, да, и стрелу тьмы он мне кастанул 3 раза. Здорово. Ты бабло нет? Нет, я до этого сливала. Сгурч, может, треснет. Кушаем. А тебе там не думал. Каска. А, я же одна теперь, блядь, мы вообще без касок идем, да? Да. Надо только интеллект дать. Понятно. Ладно. И раньше не было. Дайте ману купить. Чё, где бой? Почему бой? Понятно. Ну и чем бить? У меня 2%. Ну, блин, так вот рукой бить, блин. Я сало. Кидает удар какой-то. Пока эти яды пронесли, смотрите, вода. Медведь — это опасная сила. Вот и могу тут дать ветерок вам. Прыгайте. Будем прыгать. Да, но я не знаю, где ты, знаешь, где поспрятать? Да, вот здесь. Вот, вот тут вот. Где? Угу, где-то здесь, блядь. Сука. Надо ветра дать. Когда ты говоришь ветра дать, я думаю, это чёрный, блядь. Поднатужился, как ветра дал. Не тут, значит, значит там. Бля, где это сверху, да, по-моему, было? Mm-mm.
прыгай в щель. Чем амбассадор? В углу в инвизе стоим. Пистол, пошли бить. Ого, не говорите. Лучше время какая-то потратили на этот. Чтобы найти. Гурский смотрит. Такие дураки, да. Как ракалы. Чё, пофиксили, что ли, ёпта, нахуй? Или чё? Только левитация работает. Смотри, еще все сюда прибегут, если за углом стоять. Все в одну точку прибегают, можно их выдержать. Не, ну мои камни это яшма, поэтому я не надеюсь, как бы ни на сердолине. А зачем тебе яшма? Я понял. Че еще или что? Тейлс выиграл. Да нет, все. Ну где санит? О, хант выиграл. Неплохо. Soft gold. Я два кристалла пропасти. Че это собачья метка солдата? Силу выносливость. Конца от магии. Так, пойду сдам квест.